хребет. Создали вот такую вот технику, погрузчик мини, рекорд 4 на 4. Грузоподъемность до 500 килограмм. Двигатель Magnum 13 лошадиных сил. Мосты укороченные, ВАЗ шестерочные. Полностью трактор ездит с помощью гидравлики. То есть и подъемники, и гидроруль. Это скорость вперед, нейтральный назад. Сделано все на насосах НШ. Двигатель муфта жигулевская. Дальше там блок насосов. То есть своя коробка для насосов, куда вставлены все насосы. 3 насоса. 1 насос для хода, 2 насоса. 2-й насос для руля гидравлического. Цилиндр гидравлического руля. Вот эти для стрелок. И ковша. Когда мы перемещаемся далеко, то стрелу можно отключить вот таким вот краном и переключить на ход. То есть два насоса работают уже на ход. Тогда у нас трактор перемещается быстрее. Также у нас мост висит на... Задний мост висит на... Видно? На пальце. И играет. Вот. Рама как это считается... Как называется... Шарнирно расчлененные или что-то подобие. Так, про коробку я сказал, что там для насоса своя коробка. Это вот фильтр очистки масла. Аккумулятор. Это джойстик. Управление.